Так, це сьогодні 23. Вам бы по-хорошему, конечно, лазерный бы, это вообще была бы песня. Поднял, Вань? Нет. А, понял. А, какашки наши документируются. Не, ну вы ж уедете, а мне ж того выгонят, чи посадят. А мне ж надо... Надо выше, Вань. Выше, друже. Что, долбать надо еще? О, мы можем еще с вами сейчас ноль трубы под этим уклоном, да, поставим. Тут для себя я буду это. А потом я проектантам скажу, они мне проверят, сколько, куда же я вылетаю на этой длине. Поняли? Не, ну сейчас давай по ходу, потому что ты думаешь одне, а кажешь другое. Это ей-богу. Так, все. Так, а что ты ждешь? Там бери он сокиру, воно колышки, дрючечки бери на рубу и вперед. Можно свыше поднять? А нет, ты уже не поднимешь, она тут уклонилась. Или тут поднимешь. Ну на всю вообще ну, поднимай. Коля, ты готов? Все, на всю поднимай, засыпай. Вот это оно, да? Все, поднято, вот там, вот то вот сегодня ставит. Ладно, Коль, давай, что потом разберемся. Давай сейчас, чтобы человека не отвлекать. Так, а что нам? Подсыпать их, и он засыпает, это маячки ж надо тоже. Скажи, что не будет засыпать. Ну давай, зафиксируйте его тогда. Все, Ваня, все. Зафиксировал, Иван? На, вот эту хуйню. Я засыпаю вот эту бронь. Так, вот эта рейка стоит. Чтобы же понять, какое тут заложение, если там авария, чи что-то. Это ж важно. А ну переверни черный. О, вот видно, что на 2,40.